нее хорошая подача еще по Белгороду, это все прекрасно помнят. Ну вот, пожалуйста. Какой эйс. Главное, чтобы Андрей Тич не оторвал ему голову там на радости. Да. Попробовал крепко приварено вроде. Ну и дальше Сиденко подает. И... Два эйса подряд. Вот это выдает Егорушка сейчас на гора. И показывает. Давайте считайте. Два. Три. Народ просто в экстазе. Здесь в Фоке Заречи. Ну вот, в команде есть человек, я же говорил, с Белогорьей еще помним прекрасно. Более серьезный, надо признать, компания выходила в замену, усиливал подачу. Ну и вот сегодня такой своеобразный бенефис Егора Сиденко в окончании матча с «Газпромом». Четыре! Ну это просто шикарно, друзья. Четыре эйса подряд Егора Сиденко, никакого волнения, никакого головника, все на радостях здесь в Нижнем Новгороде, поскольку поставлена эффект.